Приехал на озеро. Сейчас будем смотреть, что тут. Видел, как под берегом только что карп 3 кг выпрыгнул. Сейчас проверим. Начну с удочки. Потом закину еще пружину. Смотрим. Подцепил кукурузу. Первый бросок. Вот сомик попался. Не успел камеру. Так клюнул, удочка чуть не улетела. Хорошенький сомик. Я уж думал, что на одну закидушку не поймаю, но нет, вот. Поймал. Вот он сомик. Тут что плохо, кидать сложно. Вот, только одну-две удочки можно закинуть. Но это того стоит. Сматываю удочки. Разведка удалась. Сомика поймал. Думаю, на днях опять вернусь. Уже с большим количеством снастей, прикормкой. Сейчас опустим сомика. Еще в болоте не утонуть. Пошел. Кто хочет узнать место, делитесь видео с друзьями. Когда будет 1000 подписчиков, расскажу. Все, спасибо за просмотр.